всех влюбленных. На радио Нижний Новгород. Всем доброго утра. В эфире радио Нижний Новгород. Проект для тех, кто нашел свою вторую половину, и для тех, кто пока в поиске. Словом, для всех. В студии радио Нижний Новгород мы знакомимся с влюбленными нижегородцами и проверяем, насколько хорошо они знают и чувствуют друг друга на расстоянии. В эфире Алексей Финн и та пара, которая совсем скоро попробует выиграть наш главный приз. Генеральный спонсор проекта – лекарственный препарат «Флагензим». Препарат выбора после травмы, операции ускоряет заживление и восстанавливает здоровье. Итак, сегодня мы играем с Алексеем и Анастасией. Одна половина этой пары у нас в студии. И это Алексей. Алексей, доброе утро вам. Доброе утро. Я напомню правила. Знаю, что Анастасия с нами уже на связи. Она нас прекрасно слышит. Итак, сейчас мы в прямом эфире попросим Алексея ответить на 5 вопросов, которые мы приготовили заранее. Он ответил на них уже письменно. А тем временем Анастасия ответит на все эти вопросы. Соответственно, ответ она на них не знает. И если вы попадаете хотя бы в 3 правильных ответа, то вы получаете замечательную ночь в отеле в подарок от наших партнеров. Если же вы угадываете 5 правильных вариантов, то у вас есть неплохие шансы победить вообще во всем этом проекте, потому как пока абсолютного результата не показала ни одна пара. Ну что ж, у нас на связи Анастасия. Анастасия, доброе утро и вам. Доброе утро. Как ваше настроение во вторник утром? У меня отлично. Чем занимаетесь? Пока завтракаю. То есть дома Алексея отправили, так сказать, на растерзание ведущих радио Нижний Новгород. Правильно? Да. Алексей, а как вообще, вот, давай попробуем спрогнозировать наш результат. Получится ли все 5 вариантов угадать в твоей второй половине? Можно понадеяться, то что и все 5. Анастасия, как считаете вы? Я пока не знаю. Ну, это логично. Алексей, сильно нервничали, когда отвечали на наши каверзные вопросы? Да. Это у вас первый опыт в прямом эфире на радио? Да. Ну что ж, все впервые, уважаемые радиослушатели. Все честно, все прозрачно. Можно зайти на наш видеопортал в интернете на radio.tv и там понаблюдать за всем происходящим. Ну а пока мы начинаем, собственно, наше стрессовое интервью для Анастасии. Анастасия, готовы? Да, готова. В таком случае, поехали. Вопрос первый. Как вы считаете, какой любимый фильм ваш, по мнению Алексея? «Форрест Гамп». «Форрест Гамп» — это правильный ответ, Анастасия. 1 балл вы уже заработали совместно с Алексеем. Мы двигаемся далее. Итак, вопрос номер 2. Алексей, прежде чем ответил на этот вопрос, ну, скажем так, секунд 30 подумал. Я не знаю, придется ли это делать вам, но так или иначе, ответ Алексеем нами уже получен. Итак, Анастасия, вы нас слышите? Да, слышу. Когда вы познакомились? Нас интересует день, месяц, год. Угу. Час, минута. Час, минута? Да шучу, ладно, хотя бы месяц, год и на этом закончим. Пожалуйста. 11 февраля. Год? Год? Обязательно год? Обязательно. Сейчас. Не-не-не, Анастасия, у нас прямой эфир, времени на размышления не так много. Давайте считаю до 3. Раз, 2, 3. 2011. 2011? Да. Ну, к сожалению, это не совпало с ответом вашей второй половины. На самом деле, Алексей сказал, что 2010. Да, но мы в университет поступили в 2009, и в следующем году... Так, кто же прав-то? Вот, мне кажется, я все-таки прав. Ребят, вам домашнее задание. Обязательно выяснить год. Год-то не могли запомнить, что ли? Ну ладно, двигаемся далее. У вас пока есть одно попадание. Если, Анастасия, вы отвечаете еще раз правильно, а потом еще раз, то получаете уже гарантированный подарок. Готовы продолжить? Да. Поехали. Итак, самый дорогой подарок, который подарил вам Алексей. Это может быть не в материальном плане, может быть, который очень близок к вам, а может быть наоборот. Ну, отвечал Алексей, одним словом. Mm-hmm. Итак, самый дорогой подарок, который он подарил вам. Мне кажется, это все-таки кольцо. Какое? Золотое. Золотое кольцо. И сейчас должна заиграть у нас группа наименная. Но это правильный ответ. Уже 2 верных варианта вы дали нам. Впереди еще 2 выстрела Анастасии, поэтому есть шанс и выиграть подарок, и поиметь неплохие шансы на победу во всем проекте. Готовы продолжать? Да, готова. Двигаемся далее. Итак, ваш любимый писатель, по мнению Алексея? Мой любимый писатель?
А он у вас есть? У меня их много. Ну так вот, Алексей выбрал одного из тех, кто вам близок. Итак, пожалуйста. Пускай будет Толстой. Пускай будет Толстой, и это неправильный ответ, к сожалению, Анастасия, потому что Беляев, по мнению Алексея, является вашим любимым писателем. Да. Знаете такого? И он тоже, да. Ну что ж, Анастасия, у нас есть последний шанс. Это пятый вопрос. Если вы отвечаете на него верно, то вы получаете гарантированный подарок. Если нет, то, к сожалению... Готовы? Да. Соберемся давайте. Мы знаем о том, что у вас 27 июля планируется... Да. Что? Свадьба. Все верно. Итак, Анастасия, на этот вопрос отвечал Алексей. И звучал этот вопрос следующим образом. Куда вы хотите, ну или мечтаете, отправиться в свадебное путешествие? В какую страну? В Испанию. В Испанию. И это правильный ответ, Анастасия. Мы вас поздравляем. Три верных варианта дают вам шанс, а точнее, во-первых, шанс выиграть главный приз. Мы выставляем вашу пару на всеобщее голосование, нашу официальную группу ВКонтакте. Так что привлекайте всех своих друзей и знакомых для того, чтобы они проголосовали именно за вас. Именно вы выиграли ту самую романтическую встречу в одном из загородных отелей нашего города. Ну а пока мы поздравляем, вам достается приз «Ночь в отеле». Это приз для влюбленных, романтическая ночь, предоставлена отелем «Домино». Отель «Домино», Почаянский овраг, дом 2, адрес в интернете domino.nn.ru. Анастасия, ну все, теперь уже можно выдохнуть. Сильно нервничали, скажите, когда отвечали, да, на наш вопрос? Заранее, причем вообще со вчерашнего дня. Со вчерашнего дня даже? Да. Вы знаете, вот если у вас есть возможность посмотреть на все происходящее в студии через наш видеопортал на radio.tv, напомню его адрес в интернете, то можно увидеть, что у Алексея в руках уже находится огромный букет цветов. Это наш подарок вам, Анастасия, за то, что порадовали нас своими ответами вот в это праздничное для вас утро. Поздравляем еще раз. Спасибо. Не за горами уже день всех влюбленных, так что напомним, все победители игры претендуют на суперприз уикенд в одном из загородных домов отдыха 14 февраля в день Святого Валентина. Мы вручим ее той паре, которая получит больше всех голосов в нашей группе ВКонтакте. Заходите, голосуйте. Симпатии за эту пару мы принимаем ровно сутки. Ну и если вы хотите выиграть прекрасный подарок от дня всех влюбленных, приезжайте в студию и пройдите испытание на нашем радиодетекторе. Звоните на голосовой портал по номеру 42 30 99 5 и оставляйте заявки на участие в программе «Ночь всех влюбленных». Следующая пара уже завтра в 10 утра и 10 минут. Не пропустите. Помните, на радио Нижний Новгород любовь и внимание побеждают. Я же хочу напомнить, что генеральный спонсор нашего проекта — лекарственный препарат «Флагензим». Препарат выбора после травмы операции ускоряет заживление и восстанавливает здоровье. Слушайте радио Нижний Новгород. Реклама спонсора. Лекарственный препарат «Флагензим» рекомендуется после травмы и операций, ускоряет заживление и восстанавливает здоровье. Если кто-то из близких получил травму или ему назначена операция, я покупаю «Флагензим». Имеется противопоказание. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. «Ночь всех влюбленных» на радио «Нижний Новгород».